Всем привет! Сегодня в гостях у нас вот такая вот посылка с GD. Я ее очень долго ждал. Это посылка еще с 11 ноября. Перед этим я покупал уже, то есть сразу скажу, это сетевик Xiaomi. Xiaomi-шный. Я перед этим за неделю до этого покупал его за 13.99. И 11 числа он 11.99 был. Я купил еще один. Так вот, первый мне до сих пор не пришел. Я уже несколько раз писал на GD, где посылка, где. И сегодня я пришел и обнаружил, что посылка подтверждена. Что я буквально вчера или позавчера я написал, что ребят, где посылка. Я ее так и не дождал, когда вы мне ее отправите. И они мне ее подтвердили. И сегодня, естественно, я открыл диспут. Это та посылка, которая 13.99. Но это, судя по трек-номеру, это вторая, которую я заказывал 11.11. Вот, здесь переходник. Переходник я тоже купил вот этот вот хороший. Вот, уже есть один с кофеваркой пришел такой переходник. Вот, переходник действительно такой классный с виду. Ну и давайте посмотрим. Естественно, я как бы переходник, то отдельная история. Коробка примята, очень сильно примята. Вот, переходник отдельная история. Я здесь обрежу и сетевику этому обрежу и сделаю обычную нормальную розетку, нашу вилку прикручу. Все оригинально, инструкция Xiaomi-шная. В этих пакетиках их приятные на ощупь, которые мне не всегда нравятся. Вот, вот так выглядит это с GD. Жалко, что вторая еще не пришла. Вот, резинки такие широкие. На рогатку можно использовать. Резинок такого цвета еще у меня не было. Серебристый цвет резинки. Вот. Таких еще не было. То есть у Xiaomi у них там еще и производство резинок классное. Но провод короткий. Вот. Я не знаю. Наверное, сейчас замерю. 2 метра, скорее всего. Давайте глянем переходник. Ну, можно, в принципе, она так в переходник плотно садится. Вот, отлично. Что можно, в принципе, и не обрезать, а оставить с переходником. Вот, взял специально две, одну хочу такую установить себе на кухню. То есть одна я покупал для того, чтобы установить за телевизором и к ней подключать все. То есть чтобы от телевизора, у меня розетка просто далеко от телевизора. И все устройства, все провода, они там много-много идут и так некрасиво все. И хотел немного улучшить. Вот, ну в принципе как-то так, пока все. В общем, пока это выглядит так, блок питания закрепил сюда, хотел его вначале положить вот сюда, в этот карман, вот, сюда, но потом понял, что здесь же радиатор и нужен, чтобы забор воздуха был, соответственно, немножко выше подвесил, а вот эту штуку, наверное, сейчас буду изменять, как я ее перевешу в другое место, потому что так она, наверное, будет упираться в стену. Ну, сейчас проверю, посмотрим. В общем, немного не получилось, я забыл, что у меня американская вилка от приставки Xiaomi, соответственно, ее нужно в эту штуку ее воткнуть только с переходником, поэтому по-любому нужен использовать переходник. И если так использовать, то будет упираться в стену, и нужно что-то сейчас придумать, как его переместить, как его подвесить, чтобы не упиралось. Пока получается вот так. Эту боком установил. Вот, в нее подключен телевизор, подключен Ми-бокс закреплю немножко ниже на раме, чтобы ничего никому не мешало. Это блок питания телевизора. Вот, на рогах оно все установлено, вот так это все выглядит. В общем, осталось только собрать провода и посмотреть, как это будет выглядеть теперь. В общем, организовал 3 кабеля, получается, питание, да, то есть идет туда сетевик, и 2 кабеля, один HDMI от Xbox, и второй это Kinect. То есть, ну, и Kinect, Xbox, конечно, на телек не повесить, потому что рухнет все, он уже тяжелый, вот. И вот здесь выглядит вот так вот сетевик, освободилась одна розетка.
Вот. Вилку я не менял, решил все-таки пока через переходник. Вилку нужно купить. Вот. Единственный минус, что если срабатывает защита, вот, нужно дотягиваться вот сюда, включать пилот. То есть, ну, как бы я рукой дотягиваюсь, вот, чтобы включить его. То есть, если срабатывает защита или, допустим, выключается свет, или вытянуть из розетки, допустим, там, то он выключится, сетевик, и нужно будет его включать. Соответственно, нужно вот так дотянуться и пальчиком нажать его. Вот, но зато у нас здесь появилось несколько дополнительных розеток, вот так это выглядит все, и есть несколько портов USB. Ну, в принципе, ничего туда больше втыкаться не должно, по идее, вот, но такое вот приспособа такая вот теперь есть. Вот, на этом у меня все, ставьте лайки, подписывайтесь, до новых встреч, с наступающим Новым годом и удачных покупок!